Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, Яндекс.Дзен канала, Рутуб канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Яндекс.Дзен канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее спасибо, дай бог, как говорится, здоровья. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте в очередной раз проходит конкурс на вот такой вот замечательный АВП «Лапки». Ссылка на конкурс будет в описании под этим роликом, а именно на мою группу ВКонтакте. Поэтому участвуйте, народу мало, шанс выиграть большой. Конкурс у нас постоянно в группе ВКонтакте. Поэтому вы обязаны подписаться, если вы любитель халявы. Ссылка, повторюсь, еще раз в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте, выигрывайте. Приятного просмотра и всем удачи! Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В общем-то, наконец-то мою проблему решили. А именно, кто не смотрел предыдущие ролики, смотрите. Вот первый ролик по проблеме, которая у меня возникла на Дзене с роликом, а именно с роликами. А именно, некоторые ролики в ленте Дзена найти было невозможно. Абсолютно никаким образом. Здесь я уже рассказывал. Вот это первый ролик. Вот второй ролик. Здесь уже мою проблему решили наполовину. Поэтому два этих ролика я делал. Там можно узнать всю суть. Так вот. Не показывались... ролики в ленте Дзена, обращался в поддержку. Это получается какого числа? 25 ноября первый ролик был по этой теме, по моей проблеме. 25 числа, получается, я где-то и обращался примерно. И спустя, получается, сейчас у нас уже 29 января, уж почти февраль. Получается, 2 месяца почти прошло. Как-то так. То есть спустя 2 месяца мою проблему решили. Мне, в принципе, даже не знаю, как отреагировать особо. Как-то делаю, типа, делаю свои ролики и все. А тут еще и проблему решили. Это, конечно, приятно, базару нет. Почему так долго? Не пойму. Поэтому по этой причине, почему так долго, не могу комментировать. Именно почему такой срок долгий был, непонятно. Может, у них там какие-то проблемы или что. Но, в принципе, неважно. Сейчас мы, в принципе, проверим все эти ролики на поиск. В поиске посмотрим, будут они отображаться в ленте Дзена или нет. Можно ли их по поиску найти. Будем, собственно, сегодня и смотреть. Погнали. Получается, вот я прикреплял ссылки на ролики свои. И, собственно, сейчас мы проверим все это дело. Получается, вот он первый ролик. Поехали. Найти в Дзене. Скопировал, вставил. Так, первый ролик у нас, получается, нашелся в Дзене, в ленте. И 18 января мне, кстати, отписали. То есть 18 числа, 18 января, даже, получается, меньше 2 месяца, мне отписали по поводу решения моей проблемы, что все работает, все круто, классно и прекрасно, все работает. Так, первый ролик есть, идем, в принципе, дальше. Дальше у нас чипсы из Беларуси. Смотрим. Да, также появилось, отлично. Идем дальше, прохождение GTA. Пловец-диверсант. Опачки. А этой миссии и не пофиксили, получается. Получается, что обманули? Ха. Или как? Так, хорошо. Я понял. Обратимся тогда еще раз в поддержку. Идем дальше.
Дальше у нас каточка в CSGO с интересным названием. Так, появилась. Хорошо. Идем дальше. Белорусские чипсы. Мега чипсы. С беконом. Так, все есть. Этот ролик у нас тоже получается есть. Так, идем дальше. Опять CSGO. Каточка. То есть, почему я, собственно, делаю этот ролик? Потому что я говорил в предыдущих своих роликах, что буду держать в курсе. Некоторые люди, не помню комментарий, вроде писали как раз тоже что-то писали. Поэтому и по просмотрам тоже неплохо так залетело. Поэтому, судя по всему, людям интересно это смотреть. Так, еще один ролик, получается, есть. Так, еще одна игра. Ага, отлично. Этот ролик тоже есть. Идем дальше. Опачки. Этот тоже, смотри-ка. Не сделали до конца. Ой, и этот не сделали. Получается, что обманули меня? Заскамили как мамонта? Хорошо, что я проверил на ролик. То есть даже можно байтовое название сделать. Дзен спустя 2 месяца обманул меня или чё? Типа того. Байтовое название. Так, дальше. О, с этим молодцы сделали этот ролик. Так, приманка. Еще одно прохождение. И этот ролик тоже мне не сделали, получается. А, вот это мы тоже смотрели, да? Этого я тоже не нашел. Да? Получается, что 5 роликов они не смогли сделать ничего с ними. Поэтому буду обращаться тогда в поддержку снова. Как-то так. То есть это хорошо, что я еще держу вас в курсе. Получается вот так вот. 5 роликов они почему-то пропустили. Непонятно, то ли у них не получилось сделать, то ли что. На этом, в принципе, все, закончим этот ролик. Я думал то, что мы завершим эту тему, уже завершим этот ролик, потому что этот ролик, вот сколько, 12 дней почти прошло, с того момента, как мне написали, что якобы решили мою проблему полностью, на самом деле нет. И вот 12 дней я не мог сделать этот ролик, потому что записывал что-то другое, когда-то отдыхал и так далее и тому подобное. На этом все. Буду держать в курсе также, когда уже до конца решат, возможно, там не решат, как-то скажут мне, чтоб я шел нахер, например, или так далее. Посмотрим. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.